Именно чуткое и трепетное отношение к своим подопечным Елена Бельдюгина считает главным в профессии воспитателя. За плечами у Елены 25 лет педагогического стажа, и 7 из них она посвятила работе с малышами в детском саду. Наша работа трудна, это понятно. Но когда получаешь от детей какую-то отдачу, их искрящиеся глаза, то, не знаю, это мне нравится. Профессиональный праздник педагогов дошкольного образования еще очень молод. В нашей стране он отмечается в 14-й раз. Но профессия воспитателя берет свое начало в середине 19 века. За свою историю она прошла через множество реформ, но одно осталось неизменным. Воспитатель детского сада – один из главных людей, которые участвуют в формировании личности ребенка. Я постоянно восхищаюсь и даже не понимаю порой вас, у которых столько терпения, столько доброты, столько желания помочь ребенку. Я хочу вам это пожелать не только хороших детей, но и понимающих родителей. В честь праздника почетными грамотами наградили тех, кто посвятил свою жизнь этой благородной профессии. Обращаясь с поздравлениями к педагогам, представители администрации отметили высокий профессионализм воспитателей нашего города. Каждый из них, каждый день на этой работе делает все, чтобы наших малышей окружала атмосфера тепла, дружбы, любви. После официальной части гостей поздравили дошколята. Танцы, песни и стихи в этот день они посвятили своим наставникам-воспитателям. Но и сами педагоги не остались в стороне и проявили свои актерские способности в творческих номерах. Елена Грискова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.